Дорогие наши ветераны, уважаемые жители Тверской области, сердечно поздравляю вас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – это особая дата для каждого гражданина нашей страны. Память о событиях военных лет объединяет нас благодарностью и гордостью, скорбью о тех, кто не вернулся с фронта, не дожил до сегодняшнего дня. На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Мы гордимся выдающимся вкладом нашего региона в великую победу. С освобождения города Калинина началось победоносное шествие Красной Армии на Запад. А Ржевская битва стала важной частью коренного перелома в войне. Память о великой победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России. Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны, любовь к родине, сплоченность и единство помогли вам выстоять и победить. Сегодня эти главные ценности являются основой нашего общества и позволяют преодолеть любые испытания. Сегодня, как и в военные годы, наша страна мобилизует все силы. Для победы над эпидемией самоотверженно трудятся наши врачи, фельдшеры, медицинские работники. Наши рабочие и инженеры в короткий срок перевели десятки предприятий на выпуск продукции, необходимой для борьбы с заболеванием. Искренне благодарю всех, кто сегодня исполняет свой долг. Примером в этом для нас являются ветераны Великой Отечественной. Дорогие друзья, мы обязательно проведем все запланированные мероприятия в честь Великой Победы. Будет открыт Ржевский мемориал советскому солдату. Мы вместе пройдем в строю бессмертного полка. И, конечно, лично поблагодарим наших дорогих ветеранов за великий подвиг во имя Отечества. Желаю всем жителям Верхневолжья мира, счастья, здоровья, добра и благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!